Дорогие друзья, в этом видео я покажу свою работу, выполненную спицами. Это мужской свитер. А раны и косы использовала я при вязании этого свитера. Сейчас покажу его с задней стороны. Здесь я тоже не поленилась провязать раны и косы. А вот на рукавах только такая резинка поперечная декорирует верхнюю часть рукава. Также покажу еще бежевый свитер. Он связан аранами и косами, но уже по другой схеме. Оливковый свитер я связала из пряжи чисто шерстяной, деревенская. Он немножко колючий, если одевать на голое тело. Вот на футболочку самое то, или на рубашку. А вот этот свитер, что сейчас в кадре, я связала из пряжи немецкого происхождения. Называется пряжа лайка с добавлением собачьей шерсти. Ну вот, немножко скатался. Правда, этому свитеру уже очень много лет. Вот задняя часть этого свитера. Здесь я не провязывала ни аран, ни косички, но использовала вот такой рисунок.